открутился. Блять, я хочу тогда в беску, по-моему. Ищу кого-то. Диски эхо говорят. Отразили. Надоел любимый плейлист, но нет времени и сил на поиск новых треков. Воспользуйтесь рекомендациями в разделе «Музыка». Алгоритмы ВКонтакте собрали треки на основе ваших предпочтений, а музыкальные редакторы – подборки по настроению, жанру и занятию. Рекомендации помогут... Андрюха сказал, что это нехорошая сборка. Открывайте музыкальные новинки ВКонтакте. А Райма у тебя нету, да? Ну какая разница, прокачанный, не прокачанный? Качни его. Ой, ребятки, ребятушки. Выиграл за 1000 ключей криво среднее. А тебе он нужен? За 1000 ключей криво среднее выиграл. Повезло. До этого прокрутил где-то 300 ключей, чтобы поймать 10 ключей. И после ключей крутанул 1000. Блядь, у меня по схону подлости средних криво хуево-куево, блядь. Да-да-да, глассер всего один. Бля, у меня раймов, блядь, 6 штук нахуй. А 3 средних и ни одного тяжелого. Ее надо делать, вот чтоб, ну, как бы, ну, может, у меня заблуждение, конечно, но она должна в ближнем бою на пилоте, если все включают перезарядку, вот смотри, перезарядку, если включают все, плюс ты включил пятидневку вот эту, да, и пилот, знаешь, через сколько она взлетает? Через 8.4 секунды. Через 8.4, так и ебаная точка и 4 десятых. То есть двойная фаза, заряд, ты вылетаешь, 300 тысяч хп. А ключик опять не включил быстрый. Прикинь. Эти сраные. За старый ломщик. Прикинь, Андрюха. А крючок бустый опять пиздец твои 8. Ну Дань, и так хватает. Но это уже вообще феноменально. То есть ты летаешь, тебя ёбнуть не могут. Ты взлетел. Ну то есть ты догоняешь любого дракона. Скилловые там такие, как там, допустим, как кто крючок. Играет там. Ну как крючок, хорошо. Это. Они еще, ну, пободаются. То есть они сядут. Ключ от глаз может быть на тебя там, допустим, ты на этот глаз пуль положил, этот, я имею в виду, на глаз ты положил просто, на же стриме, да? Да. Это. А, мужики, ты просто на него не обращаешь внимания, потому что либо ты можешь выдержать удар, либо включаешь фазу. И как только этот осел, ты видишь, что он с глазом, он труп. Просто нафиг. Ты только увидел осла с глазом, ты просто проклинаешь, принудительно садишься и вот так вот делаешь ему. Ну, это, в извращенной форме. Все, готов. И ты знаешь, вот, ну как бы вот, блин, недели две я на ней играл, вот сейчас только дошел, просто кайфую, жду не дождусь этих моментов. А легкие пушки дороже качать, да, чем тяжелые? Почему так же? Так же все. Нет, вот, Раптор у меня на 6 уровень 30. Разве это так же?
И растянутый дамаг от нее не нужен. Как бы, не нужен растянутый какой-то там длинный. Короче, есть способ. 1000 платины 100 рублей. Да ладно. Да. Пусть теперь все это спят. Да это ты на стриме, короче, рекламируешь эту фишку. Да-да-да, я же знаю, что стримы идут. Меня зовите тоже. Пососать полезно, сладость перестану. Сейчас прикинь мне, пожалуйста. Потом расскажу, короче, если закончится. Во внутреннем чеканите. Конечно, так и сделаю. Так она, а зачем она нам нужна? Мы без этих титанов ебаться. Мало ли, вдруг кто там хочет, классно. Позовите еще раз. Ром, идем? Да? Подожди, я рекламу так и не посмотрел. Женис, наверное, молчит. У вас 6 человек было. Ну, не гибайте, дождите. Женис совсем начинает. Серик. Серик вчера заходит в это, слышишь? Дань, Серик заходит в комнату, раскидали спайсом по комнатам, он верит, так, ребят, нам один человек нужен. Мы говорим, у нас пулка, 6 человек. Он говорит, как это, блядь, 6, если семеро? А потом такой, ой, это со мной. Куришь. Я ему вчера так и сказал, ты семена пришли. Серику? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двадцать. Рома, крути рекламу, а? Бустит. Кручу, Андрей. Я же крутёк. Кручу рекламу. Везде. Стрела, гонка, этот. Пошли стрелка, быстро и всё. Вертелка. Никому. Либо быстро, но... А вы ходите каждый в своё. Да. Шапку передавайте. Шапку передавайте после каждого боя. Да не, во время боя пускай этот. Саня пересмешник будет смертелки маяки собирать. Ну да, дырки они такие, блядь. Серьезно. Андрюха, я готов. А ко мне Димас. Я ну потихоньку что? Собираю. Да-да, я ж тебе говорю, зови. Ко мне Димас вступил. Димас, да, очень мощный. Саня, зря ты на него пошел туда. Я сейчас дракона спалю. Ну, он меня ЕБ зовет. Поздно уже с ними на раз, два, три идти, да? Да ты чё, мы их уничтожили? Всё? Давай пойдём куда-нибудь. Всё. Бусты. А зачем? Ну, надо. А зачем? Всё равно тебя не действует. Самому приятно. Ну так переходи, в трэш 2 будут бусты. Ты же сказал, что ты меня это не берешь. Это замануха. Не болись. Тебя возьму.
клычки дам. Серёг, ты с лечащим модулем, а все равно, блядь, да ладно, тысяч и все нахуй. Все, запускаю. Превосход. Куда скажешь? Хоть в гонку. Не, в гонку сейчас пройдем. А кто там? Нолики. Нолики молодцы вообще, ребята. Они раки такие. Они, кстати, в гонку, по-моему, не особо-то и играют. Я бы сам пересмешник мог помочь. Пересмешник? Только ленивый. Мы ж кенты. Ну ты да. Так ты можешь, ты можешь себе с Данинского стрима гифку сделать, как его мочат. Не бойся, Володенька. И по утрам смотреть. Я не слов помню, таких не знаю, где гифка. Гифка это грузинская была. Гифка, ты что делаешь, да? Да. Это маленький гилиф. Маленький гиви это гивенок. Гифка. Маленький зураб это зурик, маленький гиви гифка. Вот, поняли? Блять. Вот смотри. Смотри, Рома, как сейчас отпиздюрится дракон. Все, мне. Бля, это пиздец какой-то. Смотри. Ты про пересмешника, видать, говорил. Я смотрю, он тебе до ласта добил. Да какого ласта? Да там миллиметра не хватило. Да Застанева Лича бьет меня, сейчас убьет, забрал. Это же бабльган, блин. Это вот 9 уровня. Вон, видишь, включил глаз. Слева вышел он еще один, сейчас будет поджимать. Называется «Поздравляю, Шарик, ты балбес». Так и было задумано, да? Что-то на экране. Да, забрадовался. Почему? Потому что я не хочу забрадоваться. Давай заберем, может? Давай. Давай. Она вылетала. Да засранцы, сука, с двух выстрелов до ласты, блядь, с трех. Слушай, ты поздник, а?
сука. Не плохи пошел, ну, Андрюх. Я вижу. Бегает, падла, я. Туда, он туда. Блять! Туда, он туда. Дырки, хули. Пиздец, все, нахуй, я ебал вот эту игру, блядь. О-о-о! А вот и он. А вот и он. Три, сука, три птицы, блядь. Они что, ёбнутые, что ли, блядь? Побежал, Ром. Что побежал? Ну, да. Локи. Блять, меня на цинке уничтожают. Да тут сидит это. Мразь это дорогая. Да там не дорогая была. Ну, не дорогая, но косит под дорогой. Да ладно, Локи, я допил. Да нам хватает одного мужика. Мы их уже выиграли. Надо же с дамагом выиграть. Зачем? Ну так. Я сейчас вот это еще хлопучу. Всем привет, Оха. О, Димас. О, Димас. Привет. Гоняем. Гоняем. Полным звоном гоняйте. Двумя? Двумя? Двумя. Пойдешь на второй? Пойдешь на второй? Взвод трэш 2. Взвод трэш 2. Больше похоже на изделение. Андрюха, давай шапку. Да, кого эхо? Дима, зашел микрофон фонит. Разиэль же сказал его не звать. Димаза зовите. Реборн там, да. Или что? На Реборн, наверное, нам не нагибательный. Крючка позови. Не, крючка не надо, а ЕБ зови. А мы с Димазом... Ну давай.
Давай только это, гонка привод, да. Ну и нахуй тут на телку, блядь. Сейчас, подожди. Подожди, я выйду со взвода. Сейчас. Ну, нахуй можем. Так в гонке, парашку, я подозреваю, так, будет так, еще так, хуже. Закидывай какую-то парашку. Ничего не будет. Все, Дань, готов. Ой. Ёб твою мать. Пролил кофе на планшет. И у меня, блядь, гонки, блядь, все закрылось. Гонки проебали, так проебали по-быстрому. Здесь же, блядь, 10 минут, нахуй. Тратишь, нахуй. Димыч, я походу... А, вернулся, все нормально. Разница какая? Ну, 10 минут проебит. Это потому, что у вас Андрюхи с Гадей не было. Они фон ходят. Пусти. А что мы к ним не ходим? Мы центр сейчас заберем, да и все. Да давай уже приземляйся, хорош летать. Чуть надо мать пошел. Вон она, смотри. Сестренка, бля. Сестренка. Живем. Вот она, гадина, а. Приехала. Андрюха, побежали туда. Давай, 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 давай. Давай этого дошкварим. Да хай он за нами гонится, зачем он нам нужен? Там сейчас выйдет еще кто-то. Сейчас. Ну, вон они сейчас все тут будут выходить. Double kill. Не отдаем его нормально. Ах ты, сука, успел уйти. Дэн, помогай. Давай, мы их подоттянули чуть-чуть. Все. Уходи, уходи куда-нибудь. Вон они все там собрались. Нормально, нормально, они все там собрались. Я сейчас посмотрю, где. Ну, в принципе, три сверху, три снизу. Давай, я тоже снизу. Давай. О, четверо, смотри, как интересно получается. Ну, я говорю, нормально, мы их всех туда стянули. Забирайте, да? Домашний, заходите вокруг. И дурни вышли все здесь. Милости просим. Паук проклят. Что там криво? Что это такое? Блять. Артурио. Сейчас не лучше. Навалим. Готовь. Сейчас
садимся, делаем вот так. Делаем вот так. О, бля, еще этого один. Я не видел. Еще один. Так, один день готов. Костя, развернись. Проклятый, проклятый, проклятый. Дай ему 500, да. А, там доктор за ним стоит. Я думаю, что у него зеленая фигня. Бля, перезарядку не включили. Не все перезарядку включили. Все, смотри, так, два сверху, четыре снизу, они что-то. Три. Можно забрать их. Нет, домашние заберите. На середке птица. Там доктора надо вынести золотой, да, туда чуть-чуть да. Легче будет, он закумарил лечить этого Артура гребаного. Нету птицы. О! Рванина. По широкой краинской степи. Угу. Маячок их домашний, ага. Покрасим. Конечно, закончили. Вот сука, блин. Слушай, модули на Латане охуенно работают. Зато не дам. Скорее всего, налечил этот, у него тур там стоял на левом маяке, лечил там всех, кого там сидит. Слушай, а соловей лечит, ему в дамаг идет это? Знаешь. Да вон он против нас играет, Юрец ВДВ. Вот он нам бежит. Прибежал. Он еще и фазу включает, когда до вас ты только дошел. Вы сегодня без дома. Извините.
Да, счастье было близко и возможно. Димыч, тебя, по-моему, блять, не любят почему-то. Город. Ребятушки. Сейчас этот. Там кто-то справа один бьется у нас. Ладно. Там 8 сек сейчас выйдет. Трое сек. 8 сек нет. 150. 150, да. Уберем вот это нарядное повседневное, я бы даже так самого да самого вот эффекта я не вижу. Задушили слегка. Да. Она у тебя не прокачанная же. Нет, не может. Может. Нет. Здесь сейчас. Я не знаю, я вон это и дракона убрал. Что вторую поставить? Она девятого уже играет. А я вчера второго пилота на ней. Да ну нахуй. Бендитик Кино. Блин, на экране твой там любимый герой. Ну, в спину. А, вот он. Чупа-чуп.
А ты? А ты зачем сюда? Да ладно, все весело. Да ну не правда. Все равно скукота. Придумай себе какую-то движушку. Пускай бежит, там забирает, или будете. Ну, никто не спорит. Два минута и рим будет нормально вообще. Я знаю, я ж тебе говорю, Райм, ну чтоб понизить ему, с одного залпа зайдет. И это как его. Ой, вон он еще. Реклама еще 10 секунд, или продлеваемся и поехали дальше. Я бы продлил бы лучше. Бля. Сань, возвращайся. Сейчас, блять. Кстати, начали давать детали вот эти за 600. У 600, у меня вот, 600 дали, рима да, дали. В ежедневных наградах 600 деталей. Давай посмотрим. Ну, вот вам любопытно, бонусные доиграли задания. Бы. Бонусных заданий, да, есть. Вот мне дали 600 деталей Райма. Ублюдки, дайте мне гласик. Не, мне дали Райма. Зови Дань обратно. А мне глайсер дали. А мне глайсер 600. Давай этот самый, не разбегаемся. Мы сейчас разбежимся, потом опять будем полчаса собираться. Ну сейчас. Уже если вышли, ну что ж теперь это? Да. Ну все, все, одни вопрос. Слышь, они издеваются. У меня, парни, у меня 6 этих нахтигали, они мне по 2500 этого нахтигали дают, блядь. Нормально. Пидорасы, сука. У меня такая же история с плечами была. Вот у меня их сейчас 5, блядь. Я их продал еще штук 6, нахуй. Ну так я уже в этом ивенте мог бы собрать ее. Уже распродал их и сыпет. Ну. Алгоритм подкручен. Алгоритм? Так, заряжаемся. Алгоритм 40 бутылок шампанского, блядь, дома стоит. У некоторых подкручен алгоритм, блядь. А ебэй, он закаливает, блядь. У него 40 бутылок шампанского дома, ему. Молча, Сань, молча. Не распространяй такую информацию. Я не могу зависть, молчать, блядь, знаю. Зависть должна быть благородной. Язык отрежете, я напишу, блядь.
что такое FPS? Что-то про пауэрбанки, что ли? Андрюха, кстати, есть охуенный вариант задвинуть пару пауэрбанков. Да. Не знаю, где там меня выдает 40 FPS. Это он кому пишет? Мне или АЕБ? Где он увидел? В каком это видео было? А вот скрин у тебя. Скажи, блядь, купи нормальный телефон, все будет заебись. Black Shark 2 Pro называется это. Летёт. Кстати, Black Shark 2 Pro. Samsung X, там 6 опасно. Что ты смотрел? Балалайка, вы. Что ты смотрел? Всего лишь Samsung ABS-6. Вот. На последнем Snapdragon. 6 гигов. Это не тратить. Не в матери, блин. 46 тысяч всего лишь. А, все, давай. Блядь, что-то вообще непонятного. Что в детстве, блядь, происходит? Димыч, зайдешь, скажешь тогда. Спасибо. Кто что говорит, блядь? Вань, что ты там грустную историю какую-то рассказывал? Что? Ну что ты видел? Про балалайку. Планшет. Ну. Планшет самсунговский. Что ты видел? А. Да, самый крутой планшет в мире. Считается он. Samsung Galaxy. 46 тысяч всего лишь. Нормально. Да. Он $1500 стоил буквально где-то 3 или 4 месяца назад. Это ты что читаешь, Дэн? Samsung стоил 1500. Да, 3 или 4 месяца назад. Да хуй его. Тут все что-то говорят. Непонятно. Сейчас 80 тысяч он стоил. Ну а сколько это было раньше? Я ебу, я в России живу. Нахуй мне ваши, блядь, пиндосовские, блядь. Деньги. Ваши это чьи-то? Примитивные, там, которые. Язык примитивный, деньги примитивные. Ну да. Вот. Все время курс висит один, ничего не меняется. То ли дело у нас. Сегодня так, завтра так. Гибкость называется. Лояльность. Они же, ты понимаешь, вон. Вот Костя Реборн у нас знает, там 4 языка, 6 понимает, ну такой он. Ну, сразу чувствуется разведчик, да. Это. Так он говорит, английский, это же примитивный язык. Ну, на самом деле, ну вот смотри, вот у нас можно сказать красиво, красивенько, прекрасненько. У них beautiful и все, понимаешь? То есть ты же не скажешь beautifulненько. Просто очень примитивно. Серое вещество не работает. А что, тебе Wonderful не нравится? Как? Wonderful. Не-не-не-не-не, ты не смешивай. Ты не смешивай. Прекрасно. Старый классический английский с американским. Дань. Да. Нет, старый классический английский, на котором писал Шекспир, или там, допустим, там тот же Хемингуэй, там, допустим, ты не равняй с примитивным этим эсперанто, который сейчас. Hello. О. Сам такой. Костя. What the fuck? Почему ты приходишь и нас сразу говорит? Костя, почему ты заходишь и сразу говоришь хуйло? Разворачивай корабль, начинай торпедную атаку. Здравствуйте. Кто здесь? Мы рады тебя слышать. Сколько вас? Да я не успею, он мне... Ух ты, он меня заморозит. Сейчас развернемся.
Попухали. На маяк, ребят. Право, что-то оставайтесь. Сзади, я бьет этот. Вижу, но... Я в центр отжали. Центр отжали. Стэнда добил его. Я его и бью, но... Пошел отсюда. Я его до ластенда добил, подожди. Костя. Да, уже все. Давай, сел, смотри, вот. Юх! Ах ты. 3, 2, 1, и есть. На маш моя респа, ребят. Давай. Поставил респу, блин. Зачем вы все наверху вылезли? Куда наверху? Мы не наверху вылезли. Дэш. Андрюх, мы справа зашли, ты чё? Все отреспились наверху, причем на личах, как вы оттуда вылазить будете? Я тебе говорю, мы с Костей зашли с правого маяка. С нашего правого маяка. Я же видел. Что ты видел? Так, все на как... отреспились на втором этаже. Ну что я видел? Я тоже там отреспился, только я там отреспился птицей. Костя, откуда мы зашли с тобой, Костя? Справа, наверху. Давайте, я не отдал еще маяк тут. Все нормально пока что. Что там, еще один, да? Птица. Тихо. Давай, что там? Ну же, умирай. Оп, есть. Охреневшие они, да. Птицу сбили. Да их тут много. Всего ярости, ну, еще одна много. Птица. Сейчас будет не мало. Сейчас вот здесь вот следующий взлет сделаю. На маяк заходит, ребят. Я умру, по-моему. Против... Да. Давай я их снимаю. Подберу, по крайней мере, оттянуть это же. Давай, ребят. Тут я центр еще... попробую взять. Давайте, берите пока. Я с лучом, видишь, Костя? Так, я не знаю, можно... есть кто-то. Оп. Забирай центр, забирай, я сейчас там выйду. Ничего не могу, меня лечь тут, подожди. Я, если ты его хотя бы подсушишь, я заберу. Да. Я сверху. Есть. А кто-то внизу, там, да? Внизу. Майка. Да, они внизу там. Ну так и пробивайте их. Есть. Луч над вами, чё? Пускай. Теперь они думают, что им делать. Не за тебя повыбиваю. Я не могу еще отпускать. О, дорогой пришел, да? Ох, как мы в него. Супер, да? Есть. Так. Я еще не отпускаю маяк, ребят. Чё там внизу? Сейчас выбивать будет. Чё? Могу отпускать, да? Артурчик слева. Справа дорогой заходит. Я немного снес Артурчика. Сниму. Сейчас помогу справа. Справа, да. 5 секунд. Справляюсь. Низом простреливаю. Все, бью дорогого. Заходит. Еще слева. Один слева, да. Готов. Посередине лич внизу.
съел. На центре, работаем. Наверху, шотная гадя. Почти взял плеча. Есть. Тут еще и Артур, все. Артур снизу бодается. Даркнесс. Да ёб твою мать, блядь, не успел способность включить. Да нормально. А я застрял в машине. Вон он один. Меня сокланы покинули, мы. Как это покинули, Ром? Даже клитор. Нормально потанчили. Клитор тоже, Ром? Я подкинул клитор. А ты что, на стриме? Да. Да, я тебе лайк дам. Там 10 евро, да? За что 10 евро? Ну ты ж не ставишь донат. Алло. Все, опять они, блин. Сань, сейчас, секунду, минут через 15 перезвоню, хорошо? Давайте, парни, опять они. Растягиваем по флангам. Да. Подлянись, я подержу, я пока подержу чуть-чуть центр. Немного подержу. Пересмешник тянет их туда. Налево, молодец. Да, долго подержал, нормально. Супер. Хорошо. Золотяныш комфортно себя чувствует. Андрюх, честно, тебе даже телочки хватает. Вот так. А так все хорошо. Они уже не знают, там, куда им бежать. Что будем делать, парни? Вам не нужен этот маяк. Не нужен он вам. Нет. Нахуй нужен. О. Нормально. Смотри, какой мудрец. Мудрец прям.
дракон на левой полетел зачем-то, блядь. Ну, вдруг там что-то есть нужное, Сань. Ну ты, блин, ну ты не шаришь. Застанешь. Не умеешь играть, ну не... Ты не понимаешь, блин. Да. Пойди построй, когда ты сюда 4 приходишь. Что ты хочешь? Давай сюда. Что ты хочешь? Что надо сделать? Ну куда подтянуть? Тут уже отделано на ногу эту штану. Ну что ты еще хочешь? Ну, все, по-другому не будет. Тот. Не говори воду. Ты вообще не с него же шмотки. Да, привет, Максим. Микрофон? Нет. Дискорд здесь. А что все время зелененьким светится? Это секрет. Какой секрет? Все знают, что ты музыку слушаешь. Давайте кто-нибудь налево, ой, направо. Там Мицунари напротив. Давайте дадим набить, если додумается. Вроде как должен додуматься. Вроде да. Вроде побежал. Давай этого дракона окружим. Он закидал этим, я не могу бежать. Где он есть-то? Нашел бы к нам нарезку и стоял. Все, дома собрали. Я что-то не пойму. Что он делает? Прицел сбивает. Наблюдает. Ну, наблюдать-то. Ушел бы к нам на респавы. И наблюдал бы там. Угу. Рандом высечен. Там а просто есть. Понимаешь, он был. Он... Не, он бы а, ушел да, да. бы в это как его. Оставьте маяки.
сторону ушел, он же под замес все равно попадает. И дали бы ему набить. Садись уже, горе луковое. Давай стреляй. Ну, стреляй давай. Бля, он тут стоит просто. Да я не брал, я не взял даже маяк. Ушел с ним. Ну, стреляй давай. Я через их маяк пробежал, он брать не планировал, просто на ветках не бежал. Кто его убил? Стой. Да не отмазывайся. Да я не знаю. Ты чё? Чего? Чем ты его просто? Зачем ты его упанул? Блять! Я все, извините меня, я дебил, да, я тупанул. Блять, пойду ему отдаваться, ё-моё. На драконе, все, пускай. Я забыл за него, блять. Забыл, пиздец. Играем за него же, говорит. Только на маяк давай, не заходите, не берите. Главное, чтобы он, да, понял, что надо нас убивать. Блин, стреляй. Главное, чтобы он понял, что... Ну, пусть приземлится на середину, что ли, ё-моё. Бей! Он не вот бьёт. Пиздец. Цена, да он обиделся на меня. Он обиделся на меня стопудово, блядь. Ну, да два робота я у него забрал, блядь. Вот я дурак, да сука. Да он до этого не понимал. Да всё, ладно, ну... Вот ладно, не хочешь сюда умирать. Давай. Ну, не бьёт. Что-то он, ну, неправильно сделал. Конечно, неправильно. Ему надо было на нашу респу встать там в стороночке. Прицел не и никто бы его не... И не Саня бы его не зацепил, никто. Ну чё? Да Саня-то тут при чём? Я к нему подбежал, да Саня ещё стоял минуту, блядь. Он не мог понять, что делать. Я ему как бы не могу дать. Так а я на респу... Было... Я у них на респе хожу, там, короче, не бью всех, поворачиваюсь, вы рядом стоите. Я думал, вы деретесь, я даже на них не обратил внимания. Я же его и забрал, блядь. А ты еще спрашиваешь, кто его забрал? Потому что надо было приплясывать немножко вот так, знаешь? Право-лево, право-лево. В ту степь. Крючок знает эту песенку, кстати, из этой «Свадьбы в Малиновке», он ее идеально знает. А поет, я ухахатываюсь. Вот надо было перед тем, как право-влево, позвать Крючка, чтобы он начинал петь, и потом танцевать. Ну все. Так. Все, стреляли, парни. Вот он. Это прево вот. Или гонка? Прево. Лево. Будешь выходить туда, да? Еще один подарок. Дэш, выгоняй его сюда, выгоняй. Максим, ты хулиган. Да. Да тут они нахуй, я заберу у них пятый маяк, блядь, чё я... Да пусты горят, чё мы будем тут цацкаться, правильно? Да забирайте всё, что забирает. Сзади золотой. Забирайте всё. Пускай теперь они сюда бегают. Им надо, а не нам. Нам-то чё? Мы пенсионеры. Ну конечно, в возрасте уже нужен покой, да, вдруг?
Ну конечно, вот эти динамичные, уже пальцы с это, артритом скручены, знаешь. Говори за себя, я еще мальчишка. Ты уже 4 раза сказал, так, говори. Я слышал, что потому ты что хочешь... слово не дают сказать. А ты ужалить хотел. А у нас не принято в обществе прилично вот это жало. Что-то бусты, по-моему, у кого-то прогорели. Роботы еле идут, да? Выходите, вон они все прокляты. Бейте, набивайте. Благодарите. А, ну как бы ты вот это еще это слово в конце не добавил бы? Я говорю судьбу благодарить, а не меня благодарить в конце. Что у вас есть совесть? Нету. Судьбу зовут Ром. Забудь это слово вообще. Ром. Да. Споем песню из этого, как его. Они говорят, не буду. Будут плясать на карте, если ты споешь эту «Фрау Мадам». Я ее просто не помню слова. Не буду я. Почему? Ну хотя бы текст. Я не помню, да. Это «Донор Ветер». «Фрау Мадам». Я урок вам первый дам. Да. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. О. Не донор ветра, это донор ветра, что за боль на любимый на мозоль, вот. Твои зеленые глаза пусть наденет на рога коза. А я вам о чем говорю, а вы не верили, пересмешник не верил, никто не верил. Я петь не умею. 50 секунд, что пошли я на рекламу, тексты да? Помню, да, как... Да что, 50 секунд, заряжайте, не заряжайте, а нет, они сгорят во время боя. Во время боя сгорят, а зачет пойдет, что-то. Ты, конечно, один, блядь, этот какой-нибудь зажег за, у всех за 20, у тебя за 10. А тут фирменные немецкие бусты горят по сотке, блядь. Да, алиэкспрессные у тебя какие немецкие. Да. Вон, блядь, придали хуяри на этом, у него бусты усели. Ты слышишь, как он пыхтит? Он и сейчас на этом крутит. Крутит. Он коньяка вчера обожрался, вот и пыхтит. Кто? Пересмешник. На что бы у него коньяк? Если бы я обожрался, я был бы счастлив. А так просто. Капельку буквально. Да. Силуху и губы испачкал. И ухо, и губы. Для вас персональная скидка на новый 4G смартфон. И 16 деталей. Так, ребятки, мне отойти надо, возьмите кого-нибудь вместо меня. Так, я тоже отлучусь. Ну давайте тогда что полчасика перекурим. Пиши пиксом, что очень тяжелый подбор. Почему? Ну, планка падает. Так у тебя же было определенное там недоразумение вот это на 2 дня. А сейчас ты решил исправиться и пошел туда, куда тебе место, так сказать. Это было по привычке. Конечно, на время то имеет место быть. Только если ты еще шлепаешь понижитель, вот этот вот снежинку, так это вообще будет пиздец. Этот огнемет будет титана.
Чё ты, Максим? А, ему тоже привет передай. Вот, Максим, тебе привет. Никогда сюда не возвращайся. Почему? Нечего тут делать. Придется бизнес ему продать. Пропаганда трэш 2 начнется. Бизнес продать ему придется. Тут сюда вернуться. Ninja, yo, my life is like a video game, my main thing when I'm in the zone. One player, one life in the mark, I'm with a dog. Go ninja, go! No fucking it down, I'm cutting down anyone I'm apart. Trying to fuck up my game with razor sharp, political throw stars, tear them my flows on horse. Давай, сейчас про платину буду рассказывать. Ну правильно, чё? Всё, остановил стрим.